Более 50 кустов наркосодержащего растения, а также семена для выращивания более 130 саженцев. Вся эта экзотика обнаружена в Маймаксе, прямо на придомовой территории Архангелогородца. Подозреваемого в незаконном культивировании задержали полицейские. Ушлым садоводом оказался нигде не работающий мужчина 47 лет. Ранее он уже был судим за кражу. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование наркосодержащих растений». Ему грозит наказание вплоть до 2 лет лишения свободы. Наказание до 8 лет лишения свободы грозит и Северодвинцу. В городе Корабелов задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра у мужчины 78-го года рождения обнаружено и изъято прессованное вещество коричневого цвета. По заключению специалистов, это наркотики. Во время обыска, проведенного в машине подозреваемого, полицейские нашли еще 15 свертков с аналогичным веществом.